королевских конюшнях места нет для коня. Медсестра раскладушку принесла для меня. Очень трудно голубке в коридорах, где сплошь стык обрубок обрубку полегла молодежь. Вертолетчик без правой, минометчик без двух, на повязках кровавых ничего, кроме мух. Отыскала местечко в самом дальнем углу, где десантник навечно задремал на полу. Унесли бедолагу, положили меня. Я отсюда не шагу, я спокойней коня. Ведь от ног до макушки я весь гипсовый стал. Мне не нужно подушки, разве что пьедестал. Медсестра, медсестричка, что ж ты слезоньки льешь? Как же ты без привычки здесь в конюшне живешь? В королевской конюшне, в госпитальном чаду, наркотичном, спиртозном, матершинном бреду. Если чудо случится, я снова проснусь. Дай свой адрес, сестренка, может быть, пригожусь. Ну а коль не воскресну, все равно хоть часок поживу на чудесный, поглядев адресок. В королевской конюшне места нет для коня. Медсестра мою душу унесла от меня.